Пекине встретились главы МИД Китая и России. На переговорах Ван И особо отметил плодотворную работу Министерства иностранных дел двух стран. Ведомства приложили максимум усилий для реализации договоренностей руководителей Китая и России. В Пекине намерены укреплять стратегические контакты и взаимодействие с Москвой по тем направлениям, которые были даны на высшем уровне. Китайский министр отметил, что празднование 70-летия Победы во Второй мировой войне даст положительный импульс всему миру, и Китай готов вместе с Россией сотрудничать в праздновании этого юбилея. Глава МИД России, в свою очередь, подчеркнул, что российско-китайские отношения переживают период подъема, добавив, что рассчитывает на продвижение двусторонних отношений во всех сферах. Действительно, формат РИК России, Индии, Китай сохраняет свою актуальность и, может быть, даже имеет еще большее значение в нынешних условиях. Мы поддержали повестку дня, которая была предложена китайским председательством для нашей трехсторонней встречи, которая состоится сегодня чуть позже. Мы должны справиться с разными горячими точками, которые появляются одна за другой, тем самым выполнить наши международные обязательства.